Система обязательного медицинского страхования – это основная часть государственной системы социальной защиты наряду с пенсионным, социальным страхованием и страхованием по безработице. Пришел в больницу за помощью к врачу, нужно предъявить полис. Но, как отмечает главный врач из Искитимской больницы, несмотря на то, что правило для всех одно, некоторые его игнорируют. У нас по-прежнему полисы не у всех, у жителей города. И когда они обращаются к нам по любому виду помощи, допустим, неотложная помощь, отказать не имеем права, экстренно обязаны лечить. И таких у нас в скорой помощи 15-20% по году. В стационарной помощи это порядка 150-200 госпитализаций за год. Деньги серьезные. Амбулаторную помощь не считаю. Тысячи обращений без полисов. Для того, чтобы избежать неприятных ситуаций в медицинском учреждении, искитимцам, у которых нет полиса, рекомендуют оформить документ. В Искитиме это можно сделать по адресу улица Комсомольская, 40. Телефон для справок 232-59.